А вот так вот выглядит супчик, значит, с домашней самодельной лапшой. А помните, пацаны, я вам показывал Зальцбургер Нокель? Оказывается, он был не готовый еще, а готовый, когда вот так вот поджаренный, вот такой вот. Вот тогда он готовый считается. Зальцбургер Нокель. Вот так вот. А кто не может написать это в Google, как я уже говорил, вкладывайте в конвертик $20 буржуйских, присылайте мне, и я забью в Google, найду и распечатаю, и вышлю вам рецепт. Супчик, лапша куриная. Вкусно. Хлеб пропустил. За таким хлебом некоторые люди помирают, прямо помирают. Почему? Потому что он это sourdough bread, артизанский такой хлеб. Не партизанский, нет, партизаны ковпаки только у вас, а это без буквы П, без всякого П. Артизанский просто хлеб. Вот вы жалеете дядю Вову, говорите, у него зима так навалилась, суровая. А знаете, а сейчас так потеплело, так это прям вся неделя такая. Очень хорошие температуры. Мы сидим, завтракаем. Внук поедет домой сегодня, через неделю приедет на рождественские каникулы. Ну, яйцы, ой, яйцы, которые куры несут, ой, вкусные. Ну что же, что? Джек! Смайл за камера. Смайл. Yes. Вот, всем привет и всего до свидания. Хлопцы, привет. Настроение траурное, дела швах, плохо, все. Те, кто спрашивал, ну что, сдох дядя Вова? Да, почти что сдох, радуйтесь. Футболка черная, траурная. Почему? Потому что работаю, много работаю. Последние дни очень много работаю. Очень занят, всякие такие проекты, такие пытаюсь дела такие проворачивать, блин. И это самое, блин, нифига, нифига, почти что не получается. Ну получается, но медленно. И вот это, пацаны, я вам скажу, вот вы всегда мечтаете, вот так, это надо работать, работать. Блин, тут знаете, сколько рабов, наверное, блин? Ну, половина вот таких вот безмозглых, блин, которые там это уря, лопату или ломик, да, в руки они бы это рады работать. Такие нахрен никому не нужны работники. Пацаны, учить языки, блин, это самое. Читать, учитесь нафиг. Курсы там, какие-то сертификации, блин, все на свете, блин. Ну, поэтому вот это, когда я говорю, что работаю, знаете, я вчера вот работал это весь день, снег много-много убрал, так это тот расчищал плацдарм, то все. Ну, там должны прилететь инопланетяне, приземлиться, мы хотим что-то замутить. И это самое, это не работа, пацаны. Ну, кости болят, это приятно, потом жрешь хорошо, спишь хорошо, все на свете. Душ принял, все, блин, переоделся в чистенький. Королю сват министру. Ну когда мозгами работаешь, башка болит нафиг, все, блин, это, блин, такой, блин, тяжело, тяжело, пацаны. Еще немножко это так урывками заглядываю, канал пытаюсь поддерживать, что-то пинаю, там всякую хиню, блин, так это, блин, второсортная, так это все, это самое, блин, пацаны, нафиг, это книжки читал, много книжки читал, блин, какие, не знаю, это, блин, вот меня поражает все-таки система здесь. Не, вообще, комментарии всякие разные бывают, знаете, вот это средства массовой информации, я знаю, как вы их не любите. Пацаны, средства массовой информации – это хорошая вещь, это прекрасная вещь. Когда они занимаются тем, чем они должны заниматься, они должны быть полностью непредвзятыми, полностью, полностью, вообще, ни за красных, ни за белых, ни за национальную там гордость, ни там никакие там колорадские ленточки, блин, или незалежные там, нет, просто настоящие, а чё я вам расскажу, блин, опять бисер горстями, горстями, блин, ну, сами, наверное, знаете, во всем мире это так, кроме Мазараши, конечно, ну, блин. И незалежные тоже, блин, те враги, те, блин, воюйте дальше, мы за вами наблюдаем, блин, сотрите друг друга с лица земли, блин, давайте, победите друг друга, блин, ну, как там в Азии говорят, на базаре два идиота, один продает, другой покупает, блин, так. Ну не об этом же вообще, блин, разговор. Зачем завели-то, блин, елки-палки? Так, ну значит это, ну, славу себе поем, работаем, все это понятно, блин. Что-то еще хотел сказать, забыл. Пацаны, сейчас мы что-то, давай это самое. Когда дела плохо идут, блин, когда, ну, траурная одежка, одно, блин. Ну что-то же еще надо делать, блин, ну когда одно плохо, что? Или вешаться, или набухаться, блин, или что? И что делать джигит в это время? Он не сдается, он книжки, книжков читает, блин, там слова, слова, предложения складываются, читаешь, читаешь, мозг пухнет, пухнет, все крупнее становится, блин, без картинок надо только книжки читать. Так, сейчас мы что-нибудь найдем, еще прочитаем здесь. Ах да, ну а еще другой вариант, короче, не бухать, а это, ну, читать, как уже сказали, поэзия, поэзия, вот, поэзия – это язык, на котором с богами общается. Мы будем общаться с богами сейчас, сейчас мы замутим это все. Сейчас вот уже почти нашел, вот уже нашел, все, сейчас кулючаю. Так, и что-то еще хотел соврать вам, пацаны, быстро, ну не знаю. Чего же я хотел соврать? Сейчас я это паузу вспомню, потом расскажу.
Да, ну короче, ну поставки все срываются, блин. Ну загрузил все бочки уже все апельсинами, блин. А нихера, блин, ни рогов, ни копытов, блин. Некоторые еще в комментариях спрашивают это, вот, кто меня не любит, это. Вот я, вот ты вот там это все говном там кидаешь в Россию, такой герой, блин, на Казахстан наезжаешь, на богов наших наезжаешь, блин. А у себя там боишься пернуть, небось, в Канаде. Пацаны, блин, вы никогда не жили, наверное, в свободном обществе, да? Здесь таких долбоебов, как вы, знаете сколько? Извините меня за высокопарный французский, блин. Полные, блин, социальные там эти сети, все на все ругают, блин, там это. Все умнее, понимаете? Вот им дай, блин, волю. Они бы, блин, сейчас все разрулили, все американские проблемы. Но им некогда, им надо настройки там, блин, что-то клепать, колотить, ямы копать. Поэтому они не могут. А так бы они все, конечно, наладили бы все дела, блин, и все бы сделали. Но все разрешается, все можно. Я уже упоминал как-то. Нет, я, наверное, только в комментариях упоминал. Ну, короче, тут чуваки все, они, знаете, какие-то вот это. Хуже нет, когда масса мараны, знаете. И когда вам тысяча мух скажет, что говно это хорошо, вы им не верьте, не верьте, не верьте. Пусть даже миллион мух вам скажет об этом, все равно не верьте. Я прекрасно помню, у нас действительно здесь дела были классные, мы как сыр в масле, там у нас это бюджет, скажем так, государственный был, ну, очень огромный такой, с прибылью, потому что эти консервативные были у власти. А потом, не, хотим уже, задолбало, хотим уже, блин, это самое, хотим с голубыми танцевать, с зелеными плясать, то есть все, блин, марихуану, чтоб разрешили, херня-мерня. И, блин, как они задолбали, что вот эти старые у нас эти говно были, а новых, блин, ура, ура, ура. Я так смотрел на них, это, блин, это так самое... Многие даже из друзей повыкидывал просто. Ну, ну, видно, что тупые, знаете, блин, еще это как зараза, она потом, если вот один в семье поет, то потом они все вот это, значит, под это. И потом херака, они теперь через 4 года начинают вот это, мудак, говно, которого мы выбрали, давайте все против него, давай, я вот вместе с нами, ты его давай ненавидеть. Его давно, они уже через год, через два эту песню запели. И понимаете, ну нельзя постоянно с баранами вместе, блин, это... Ну, с одной пропасти прыгая, в одну пропасть прыгать с леммингами, потом в другую, блин, ну, нахер, держитесь от них подальше, от дураков. Читайте книжки, развивайте мозг и все, блин, ну, они перебесятся, все, конечно, какие нахер там стены построить, куда там они, блин, своими ядерными писюнами, там, Северная Корея, там, или Путиненко, блин, или кто-то намашет прямо уж там нахер. Все, блин, давайте о хорошем грустном, блин, давайте о хорошем светлом и так. Значит, трудящиеся приходили, и Надежде Константиновне оставили записку на березовой бересте и сказали, ну что за это такое, грамоту разваливаешь, там написано, очень недовольны, недовольны, что это самое, нету новостей. И вот это самое, Иосиф Маркович написал, пропал. Ищут дизлайкщики, ищут подписчики, ищут индейцы местной провинции, а также блудницы канадской столицы. Ищут давно, но не могут найти, куда же от нас он решился уйти. Знак про яхт-клуб на груди у него. Владел камасутрой, карта, карате и дзюдо. Где же, ну где же он мог пропадать? Дней может 10, а может быть 5. Мощная лысина, очень видна. Больше не знают о нем ни хрена. Может, на старости чем заболел, может, селедку несвежую съел, может, замерз по дороге домой, активно увлекшись спортивной ходьбой. Или в борьбе за свободу Уганды погиб добровольцем на зло пропаганде. Или чужой иноземный корабль жестко его... трансклютировал. Или с коренными травой обдолбился, или был срочно назначен министром. Может, бухал, не жалея себя. Не зря же сварил 22 бутыля. А может быть, все-таки с самкой йети в шкафу, так сказать, в красивом жилете, без под ребро, как хряснул поди, вот и пригрелся у ней на груди. Куда, ну куда же он с ней мог пойти? Мамочку этой бы ети-ети. В разведку Израиля, может, наняли и оплатили 1 000 000 шекелями. А может быть, тайный агент ЦРУ шепнул ему на ухо. Срочно в Москву. А может быть, острый индейский топор воткнули враги в кучерявый пробор. Может, какой-нибудь вождь Виннету метнул томагавку и прямо в спину. В сутулую трудно поди не попасть. Нагнулся за бревнышком, а тут тебе хрясть. А может быть, ночью злые волки сожрали его, разодрав на куски. Ведь говорили ему, надо брать GPS. Но он был упорный, как Фернандо Кортес. Остатки по пальцу нашли мужики в проходе медведя у толстой кишки. Слез не скрива... Склез не... Блин! Скрепы и слезы – это разные вещи. Слез не скрывает ефрейтор Чурбанов. Как же теперь ему без Вована? В сторонке горюет академик Курчатов, похвальную речь про него напечатал. И даже сам Маркович эти 5 дней завалил стихами его весь имейл.
Покинул, покинул ты нас, на кого? Без мудрого, как нам вождя своего? Без роликов ваших мы ж пропадем, баню забудем, мхом порастем. Нет, ответит гордо герой, пацаны, я ж нормальный, я ж не такой. Я ж книжков читал 5 суток подряд, так читал, что аж трубы горят. И жабры сохнут, спасу нет, Гансу Андерсону привет. И еще короткий стишок. Нет, не стоит за безумцев портить... Блин, я даже как это, как вывод в простой речи, блин, где там мне нравится, мягкие знаки вставляют, так и здесь не стоит, а стоит, стоит. Нет, не стоит на безумцев портить свой здоровый нерв и далеким сумасшедшим не показывай свой гнев. Ты по всякому дизлайку не устраивай дебош. Любим, ценим, смотрим, знаем, хошь ты того или не хошь. Выпил чаю, улыбнулся, хоть и хмурый был порой. Хорошо, что ты вернулся. Хорошо, спасибо, что ты живой. Что-то я засоврал тут немножко. Ну, в принципе, вот так вот. Ага. Ну, Иосиф Маркович, он меня любит. Не знаю, за что, блин. От любви до ненависти вот столько вот, блин. Ну, ладно. Так, что-то еще. Она, ну, про критику. Да, здесь может хоть закритиковаться, но только она должна быть нормальная критика. У нас, короче, был один паренек, который это, ну, там это... Я ружье уже смазал, я патронов купил, я этого мудака нашего, значит, государя застрелю к ебене матери и все. И начал вот это все там везде это. И вот человек это, менты, раз, к ногтю, блин, и все. Обязали его к психиатру, короче, пройти полный курс. А на всякий случай изъяли оружие и запретили в ближайшие несколько лет владеть огнестрельным оружием. И все. А в принципе, а так, можешь хоть сколько хочешь говна там кидать, и как ваши слепаки там песенки петь, что у нас все говно, и вожди говно, и все говно, это все нормально. Здесь это, можешь гавкать сколько хочешь. Вообще, анекдот знаете, нет? Вот это... И что-то немножко, когда еще Советский Союз только развалился, там, или когда Рейган любил рассказывать, извиняюсь. Ага. Встретились 3 собаки. Ну, и американская говорит, ну, жизнь нормальная, когда жрать захочу, это гавкать начинаю, хозяин выйдет, кинет мясо кусок. Ну, а польская сидит рядом, спрашивает, а что такое мясо? А русская собака тоже сидит рядом, а что такое гавкать? Такой анекдот. Поэтому, пацаны, много не гавкайте, и дольше жить будете. Как говорят на Востоке, сиди спокойно, не рыпайся, и мимо пронесут труп твоего врага. Поэтому сидите, блин. В 2018 году выбрали путь, вот на нем и сидите. Шучу я. Всего вам хорошего. Пока с вами балаболил, ночь уже наступила, уже темнее. Сейчас пойду животных кормить, у меня там все нараспашку, блин. И все эти, блин, птицы гордо реют и летают, и везде надо их загонять быстрее. Там же птенцы в гнездах маленькие, замерзли, чёрт твою матери. Вот да, что еще делаю? Знаете, когда книжку прочитаешь, у нас такой сайт нашел, где мои дети тусуются. Goodread называется. Ну и все, там профиль свой создал. И там чик-чик, смотришь, у кого хорошие книжки, я тоже хочу добавить, прочитать. А прочитал там раз это, ну, аннотацию пишешь, если умеешь писать по-английски. Я же не умею, я же тупой, вы же всегда говорите. Вот дизлайки у меня так. Ой, ты говно, ты мудак, вот СССР. То, что в СССР мне образование дало, жопу можете себе вытереть, понятно? 10 месяцев буржуйских курсов, это больше, чем вся ваша школа и все ваши институты и вся ваша мерзкая школа жизни. Запомните это, дизлайчики, блин. И больше никогда, блядь, мне не тычьте это, извиняюсь за высокопарный французский, что родина тебе дала образование. Это образование в жопу себе засуньте, я его до сих пор не могу вытащить. Иначе бы я вообще как белый человек бы был, если бы не получил вашего говнистого образования. Так, ну и пошел я, значит, на этот Goodread, блин, ох, я их раздраконил, да? Ага. Ну и раз там оценку поставил, то все, описал как-то мне книги. А книги, ну, классные, знаете, ну, Нобелевские лауреаты их пишут, блин, это ж... Ух. Ага. И прикольно там, чик-чик, это вот за год, допустим, люди там что-сё. И раз это Билл Гейтс, смотрю, 18 книг прочитал. Ну, понятно, чувак, блин, там 56 миллионов или сколько там сидит, считает их день и ночь. Конечно, пальцы стер уже до костей. Когда там книжек, времени мало остается читать, правильно? Но 18 штук прочитал. И знаете, что меня поразило? К 2 или к 3 он такие подробнейшие аннотации написал, ревью так это. Ну, то есть, нисколько не зазнался человек, знаете, это. Ну, представляете, как это очень сильно помогает людям. Я с огромным интересом прочел. Вообще, пацаны, знаете, чем отличается нормальный человек от дебила? Дебилы всегда кричали «Windows must die, must die».
сами они Mazda. Я никогда на это не поддавался, и Microsoft я всегда любил. Он нам еще в 90-е годы открыл такие широкие ворота, был Windows NT, были на 95-й, 98-й, и Millennium, и 2000-й, и XP, блин, а потом 7-е, 8-е, 10-е, и говно всегда там мурлычет, это плохо, все плохо, последняя версия говно. Сами вы говно, пацаны, давайте мудрейте, блин. Спасибо Биллу Гейтсу. Пацаны, смертельный эксперимент. Будем пробовать пить черный кофе. А что, душа у меня черный? Бобер, отдыхай, расслабься. Ага, надо пробовать пить черный кофе. Так, был немножко снежок, перестал вроде, это хорошо. Тетя Оля уехала на Большой Земля, это тоже хорошо. Мой проект, которым я занимался последние дни, подходит к завершению, или половина дела сделана, скажем так, это тоже хорошо. Так, пацаны, я недавно с Бадуна, блин, такую чушь ляпнул. Бобер, ну, блин, ну, кончай, ну, что-то, блин, ну, серьезное выступление, за Крым говорим, за Крым, понимаешь? Я вот иногда думаю, так вот на Руси бы так это вот, когда вот это, с Крымом вся эта заваруха была, вот так выйти на улицу, так и каждому ребенку подойти и сказать, эй, вот девочка или мальчик, вот что ты хочешь это? Или чтобы Крым твой был, или вот я тебе сейчас апельсинчик дам или яблоко. Блин, я знаю уже ответы, поэтому прислушивайтесь к ответу детей. И вот я недавно обкуренный такой, и я говорю, блин, пацаны, вот надо Крым обратно отдать, и все, и санкции отменят, и все будет хорошо. А один товарищ приходит и говорит, а кому отдать? Американцам или англичанам или немцам? И я с ужасом осознал, ну как вам это, ну все-таки сильно засирают мозги пропагандами всякими, да? Ну как это, ваш этот вождь, блин, гениальный полководец, стратег великий, застрял в прошлом веке и внушает вам, что война, и все хотят вас захватить и поработить, и поэтому все с удовольствием. Пацаны, я вам зуб даю, никому нахер ваша земля не нужен, вы его так засрали, что даже бесплатно, блин, дайте немцам, блин, или кому, они скажут, ну нафиг, блин, такой гадюшник нам не надо, сами расхлебывайте, ну, как-то так, блин, тут, блин, не знаю, блин, не разрешают, блин, покрасить ничего, блин, краской, потому что, может быть, это, блин, свинец немножко, а вы, бляха-муха, на 76-м бензине до сих пор еще, небось, обезьяны ездите, блин, отрава кругом, блин, все отравлено нафиг, не говоря уже про Чернобыль, качайте, херней заниматься. А ты, великий мудрец, который не знаешь, кому отдать, давай вот мы с тобой сейчас собираемся, и вот давай просто как вот в школе, блин, в 5-м классе объясняет, я тебе объясню. Вот видишь, вот там, там инопланетяне приземляются, это тарелка. Все, давай вот мы с тобой садимся в эту тарелку и прикидываемся, что мы инопланетяне, понимаешь? Вот я не хохол, не казах, никто, блин, это, ни китаец, ни японец, просто вот никто, инопланетяне, ты тоже. И вот херак, и мы пролетаем, эта планета облетаем, короче, смотрим, какой тут жизнь, понимаешь? И вот даже не сейчас, а давай это 50 лет назад там или 100 лет назад облетаем так потихоньку, ну обреющим. Ну, летим, хорош, смотрим. А давай даже сейчас, как будто 10 лет назад, 15, 20, 30. И вот летим, значит, Австралия, кенгуры, там пески, то все. Ну, блин, пропан возят, у меня все бочки полные. Ага, и там, ну, что там ловить, там аборигены, там агавки свои кидают или бумеранги, нафиг. Полетели дальше, далеко, блин, лететь. А у нас это супер такая инопланетная технология, сам знаешь, только чуть-чуть газанули, блин, из этого. Ну, не мы сами, а аппарат газанули, мы уже над Соединенные Штаты Америки летим. Смотрим, бляха-муха, сады кругом, поля, блин, что-то там... Пикапы, автомобили, блин, свои вертолетики, поля опыляют, сволочи такие, блин, лодки, кемперы эти, вишки всякие, снегоходы, сволочи, короче, глаз бы на них не смотрел. Летим дальше, чуть-чуть, бок, так раз вильнули, Мексика, там вообще горы, лучше вообще не смотреть. Канаду чуть посмотрели, вообще что-то ужас пришли, снег, холодно, туди-сюди тоже. Летим дальше. Ой, ропа, короче, смотрим, ой, бай, немцы, что-то там, мерседесы, БМВ, автобаны, блин, где-то, блин, один собачка на автобан выбежал, уже капец, у всех в машинах радио выбивается, и это, ужас, берегитесь, автоводители, на таком-то автобане, на таком-то километре может быть столкновение с собаком, ну... Потом, значит, Нострадамусы, Амстердамусы всякие немножко смотрим. Ну, там очень задерживаемся, так, улицы красивых этих розовых фонарей, то все там, хрен оторвешься так, ну, потом все равно, блин,
плавно дальше, так чуть-чуть Турция и Египет, так смотрим, глаза бы не смотрел, да. Потом так дальше проходим, Германия опять немножко смотрим, а потом Восточная Германия, ГДР, вообще уже что-то грустнеем. Потом херак Польша, что-то вообще, блин, да задумайся так немножко. Потом херак Белоруссии всякие, ой бай, уже так друг на друга смотрим, может это обратно домой, на свой планету, не-не, миссия продолжается. И потом херак после Белоруссии, Россия, там Украины всякие, ну там, ну соломенные крытые хаты, там то все, там горилка, самогонка, боярышник, значит то все. И короче это самое... Ну, короче, а потом так это, ну, плакаем немножко и улетаем обратно к ебени матери. А потом на связь начальник выходит, это, ну, космического конгресса там это, глобально. Говорит, ну что, пацаны, что там такое? Там кусочек земля, Крым есть, кому надо отдать? Вот что ты скажешь, вот кому отдать, а? Вот, или, блин, тем, которые тебе Кока-Кола, джинсы и компьютеры и хорошие автомобили дали, блин. Или не знаю, блин. Или каким-нибудь обезьянам отдать, блин, папуасам в Африке. Ну, что, сам же знаешь ответ. Нахера вот такие сложные вопросы мне задаваешь? Даже котята, блин, балдеют и говорят. Ну, что вы как дураки, пацаны, блин. Вообще, пацаны, вы знаете, что я вам скажу? Один вещь. Эти Крымы, блин, все, блин, или всякое другое, это все не ваше, нафиг. Это все не ваше. Этот планета, он никому не принадлежит, он вам вообще не принадлежит, и мне не принадлежит. И радуйтесь, если можно на нем работать и что-то это путнее из него делать. А если не можешь, нахер, как собака на сене, отойди и дай другим, блин. А вообще это все, это, блин, это под одним богом ходим, блин, рассердится и все, блин. И ничего у тебя не будет, ни Крым, ни Рым, ни медные трубы, ни хера, блин. Поэтому не балуйтесь, нафиг. Это самое, блин, в натуре, блин, елки-палки. Это, ну, говорите, вот это, ругаетесь на меня, дядя Вова, ты все хорошо, у тебя что, ничего плохого нету. Есть и плохие вещи, есть, конечно, это такие серьезные, такие неприятные вещи у нас в стране. Ну, вот, допустим, сегодня открываю этот факебук синий такой, знаете, одноклассники. И там знакомая, значит, это, из индейцев. Говорит, Володя, это давай это помолись со мной вместе. И вся молитва там, отче наш, ежеси, на небеси, там, ну, по-буржуйски, конечно, это. Не родная молитва такая, враждебная. Ага. И, ну, я так охренел, блин. Ну, был бы скотиной, сказал бы, конечно, слышь, подруга, если бы я молился, я бы еще это самое, ну, жил бы в лесу, молился колесу, блин, Назарбаем всяким там, да, это в прорубях бы купался, блин. Ну, пиндосом был, лаптем грозил. А так, ишь, это, блин, ну не хочется так грубить людям, да? Поэтому надо как-то вежливо, блин. А это, главное, стерва не говорит, вот зачем молиться, понимаете? Не говорит, цели-то нету, блин. Только задача есть, блин. Типа, вот иди воюй, а против кого воюй, с кем воюй, ни хера не говорит, блин. Все, прямо стреляй вокруг и все, блин, и получишь орден, блин. Если бы сказала вот за здоровье молиться, я бы херак и все, помолился за здоровье, все. И выкинул, блин, эти карточки на медицинские, и все. Нафиг мне медицинские страховки потом нужны, правильно? Или вот за благосостояние или за деньги тоже. Помолился, все, нафиг, и уволился к черту с всех работы. Не работаешь больше, и все, все ништяк. А так, блин, главное, не озвучивает, блин, задачи, нафиг, я не знаю, блин. Ну, я взял такой-то никчемный такой этот, гифку такую нашел, где чувак так это, ну, там это, ну, как будто обкуренный в два раза так это смотрит, непонятно. Как-то, ну, блин, хорошо на улице, ребята, смотри, какое небо. А сейчас это у нас солнечные дни такие, а по вечерам звездные ночи. И я хожу, и вот это, ну, все красиво, блин, этот Орион уже появился, блин, и Скорпион, и все на свете, блин, или как там, блин, Сириус рядом с ним живет. Ну, блин, ну вот, бляха, ну вот какая падла, блин, вот скажите мне, какая падла вот эта Кастор и Поллокс перевернула, блин. Эти штаны теперь смотрят хер знает куда, блин. Ну, блин, это вот Кассиопея-то на месте, блин, там в Млечном Пути, блин. Ну, блин, вот это, как называется, блин, там Просион, блин, да еще там одна звезда, вообще непонятно, блин. Бобер тоже недоволен, блин. Не трогайте хоть звезды, блин.